Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСПЛ. У меня на балике 350 бачей. Давайте со старта поставим 10 баксов на красное. И надеюсь, мы со старта поймаем красное и сделаем плюс 10 бачей к балансу. Но, к сожалению, проигрываем. Ладно, давайте удвоимся. Поставим 20 баксов все так же на красное, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс также на 10 долларов. А в прошлом видосе мы подняли плюс 100 бачей к балансу. Там, причем, в начале видоса нам прям очень сильно не везло. Но потом мы залетели в Crazy Wheel. Там поймали X20, еще до этого коин поймали. Короче, Crazy Wheel спас всю ситуацию. И мы вышли благодаря этому в хороший плюс. Надеюсь, сегодня меня все режимы будут окупать так же, как Crazy Wheel. Отлично. Мы со старта видоса поднимаем плюс 10 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь. Вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на КСФЛ и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. А первый раз просто переходите по ссылочке, крутите. А второй раз нажимаете ввести промо, вот сюда промокод и крутите второй раз. Самое приятное отсюда выбить ящик со скинами. Мы уже его выбивали и на халяву тут забирали 20 баксов. Каждый из вас может абсолютно так же. Ладно, мы сейчас полетели в Crazy Wheel. Ну, пацаны, знаете, насколько я люблю этот режим, потому что он и в последний раз меня хорошо окупил. Да и в принципе мы в этом режиме пока что, мне кажется, в колоссальном плюсе. То по 10 бачей, ну давай уже пойдет отсчет, вот. А по 10 бачей на мои любимые 6 ячеек, ну давайте, не знаю, до первого проигрыша упадет 2x или 3x, мы сразу отсюда уходим и пойдем катать в другой режим, потому что в нем можно как до хрена поднять за пару ставочек, так и все слить за считанные минуты. Тут надо играть максимально осторожно. Давай, выдавай мне сейчас дайс, минер, коин, кейс, x20, ну что-нибудь прям мощное. Луста нам падает x20 со старта, пацаны. Мы только начали ролик, делаем плюс 150 бачей. Но это Crazy Wheel, тут вообще нечего сказать, пацаны. Это просто Crazy Wheel, и все, тут нечего ни добавить, ни сказать, ничего. Это просто Crazy Wheel на КСФЛе. Все то же самое до первого проигрыша, но мы уже в любом случае с этого режима уйдем в хорошем плюсе. То есть, если мы сейчас проиграем, мы поймаем 2x или 3x, то все, мы просто отсюда уходим с хорошим плюсом. Это будет самое лучшее решение. Ну, можно еще разочек выдать 20x, как будто бы нам падает коин. Отлично. Так, сейчас надо угадать цвет. Если угадываем, то можем опять до хрена поднять. Я прошлый раз ставил на синий, угадал. Сейчас думаю на красное. Ну, не знаю, почему, просто мне так кажется. То ставим на красное и, надеюсь, мы угадываем. Давай, выдавай красное. x10 можно забрать. Было бы супер классно поймать красное. Отлично, мы ловим. Еще плюс 100 бачей, пацаны. Плюс 200 долларов почти. Мы только начали видос. 3 минуты записи у вас, монтажом это еще меньше. Все то же самое. По 10 баксов на эти 6 ячеек до первого проигрыша. Пока выигрываем, я вообще не вижу смысла отсюда уходить. Давай, выдавай сейчас еще дайс. Ну, было бы очень красиво. Нам падает кейс. Отлично, можно с кейса какую-нибудь хорошую иксу. Ну, икс... больше x10 хотя бы. Тогда было бы прям отлично. Просто иногда здесь может упасть x4. Но x9 это тоже хорошо. Вообще отлично. Пацаны, пока Crazy Wheel просто каким-то чудным образом выдает. Мы каждую ставку ловим что-нибудь жесткое. И мне это безумно нравится. Все то же самое, парни. Как, ну, и до сих пор играем по этой стратегии до первого проигрыша. Ну, если мы уже даже сейчас прям проиграем, то мы в любом случае отсюда уходим в плюсе на 150 бачей, а это почти плюс 15 тысяч рублей. Просто одного режима в начале видоса, ну, красота. Ну, уже, конечно, не прям начало видоса, у меня ролики все-таки не по часу длятся, но в любом случае хорошо. Давай, может, еще разочек ты мне выдаешь коин, да что происходит? Ну, мне это нравится, мне это безумно нравится. Ну, что, на коине давайте ловить, да хрен знает, сейчас синяя, ну, будем вот отталкиваться. Если до этого было красное, то пусть сейчас будет синяя. Ну, что, x12, если угадаем, пожалуйста, можно синяя? Синяя не падает, сука, ну вот это неприятно. Но мы не совсем проиграли, x2 получили. Получается ставка на минус 40 бачей. То давайте еще разочек, потому что я говорю про проигрыш именно если упадет 2x или 3x. А то, что в коине не повезло, ну, такое тоже бывает периодически. Давай, родной, выдай мне, пожалуйста, сейчас дайс, минер кейс. Ну, как всегда, короче, что-нибудь жесткое, я каждый раз это говорю. Но, к сожалению, падает 2x. Вот сейчас бы дайс поймать умноженное на 20, это было бы так прекрасно. Ладно, полетели дабл. 21 доллар не успел поставить. Ну, кстати, на красный не надо ставить, был большой стрик. Давай, ты сейчас выдашь красный или фиолетовый, отлично. А я сейчас с уверенностью поставлю на черное, только 31 доллар, чтобы вернуть наши 500 бачей на балансе. Но был очень большой стрик из красного, я думаю, сейчас должен быть хотя бы какой-нибудь маленький стрик из черного цвета. Давай, родной, просто спокойненько выдавай мне. Ага, понял, хорошо. Ну, 62 доллара, удвоим разочек, чтобы отбить предыдущий проигрыш. И выйти в плюс также на 31 доллар. Но вот, сука, если проиграем, то дела наши хреново. Все, что мы подняли в Crazy Wheel, мы сейчас прострем. То есть сейчас вот очень важно выиграть, поймать черный цвет. Давай, ну дай спокойно черный цвет. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Черная нам падает. Отлично, на балике 500 бачей. Так, колесо, по моей любимой стратегии, поставим 15... Да что такое? 15 долларов на 3x. И
15 долларов на 4x. Ну, надеюсь, сейчас сразу здесь поймаем 4x плюс 60 бачей, это уже будет 530 баксов на балансе. Да и, в принципе, это одна из моих любимых тактик и один из моих любимых режимов. Здесь мы обычно хорошо купаемся. Давай, пожалуйста, да и 4x, пацаны, просто красотища. Ну, тут реально просто нечего сказать. Красота. Мы, получается, уже сейчас поднимем плюс 200 бачей, да? Если 550, то это будет плюс 200 бачей вроде за ролик. Давайте-то, что, последние 20 баксов поставим сейчас на синее, выигрываем, да заканчиваем видос. Как будто нормально, будет солидный результат. Давай, выигрываем, и я заканчиваю. Плюс 200 бачей поднять за ролик, это будет очень даже солидный результат. Отлично, но сегодня как-то... Сегодня прям вот все режимы хорошо выдавали. Все шло как по маслу. Ну, как я и предсказал в начале видоса, что хочу сегодня, чтобы мне все сыпало, как Crazy Wheel в прошлом ролике. Так и получилось, отлично. И на этой прекрасной ноте будем заканчивать видос. Напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на CSFL, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. Себя в инвентаре с кинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на CSFL и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. И все, мужики. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.